всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Каркарыч, Снеговичок, Фантом, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Вам очень понравился ролик, где мы играли в выживание в школе Балди. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а сегодня мы будем веселиться еще сильнее. Пацаны, вы готовы? Да хорошо, я тебя видел. Так, и не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. А чё я так бегаю, как Рахит? Ну, как должно быть. Да. А можем в тебя стрелять? Не знаю, наверное, может нет, потому что и так тяжело будет. А, да, нельзя, я побежал. Давайте пока без оружки. И то, смотри, под страшником шаром не сделал. Так, начало мне нравится, давайте будем продолжать. Все-таки я надеюсь, что пацанов убью. Ой. Нет. Но это не точно. Ну, меня точно не убьешь. Блин, как-то прыгает с опозданием. Все-таки берется олдскульного хэдкраба брать. Бери олдскульного. Он тоже веселый. Их тут много разных. Вот мой любимый. А я иду, пацанчиков мочить. Так, я слышу кого-то. Я точно долго и готовлю сразу оружие себе. И мне страшно. Вы меня слышите? Да. Да. Прям около меня, уходи. Но не так. Бегай. Мне на голову кому-то прыгнуть. Нас когда уже будет двое, будет намного легче. Ну, удачи. Ой, хватит. Меня пугаешь, уходи. Не бойся, я свой. Убью быстро, да? Да, не, просто надо уклоняться. Тут на умение, без оружки, чисто на умение, чтобы я не прыгнул вам на бошку. Да. О, я вижу тебя. Во. Так. Меня видеть не надо. Меня пытается убить. А кто Какула? Я. А это ты. Нет. Иди сюда. Надо. Ну, пожалуйста. Надо. Блин, ну этот Рахит не может быстро прыгать. На то он и Рахит. Мне не хватает прыгать, ой, невидимым вставать, было бы вообще сильно. Ой, было бы вообще кайф. Я спрятался. А как я допрыгну туда? Не знаю. Не могу, я не могу допрыгнуть. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Страшно. Я не догоню тебя так никуда. Никуда вот правильно, не догоняй. Ну я потихонечку бегу. На умение, да? Да. Я знаю, что меня троллишь в данный момент, тут легко убежать. У нас, во-первых, есть двойной прыжок, можно всегда быстренько упрыгать. Я уже в поезд готовлюсь. Так, ну что, завтра будем новый режим записывать. Как я обещал, со столбом выживания. Ходи! О, хэдкраб может, короче, этот, на батуте прыгать? Попробуй. Чуть он дает. А вон и Карыч, привет. А, не допрыгиваю. Это фиас. Это фиаско! Ну блин! Это фиаско! Ну как попасть? Здравствуйте. Ой, если я на собаку прыгну, она же маленькая. Не. Я на то и взял собаку. Уйди. Хитрый. Страшно. Вы меня троллите специально. Да, я хитрый. Нет, я сейчас не пытаюсь троллить. Ах ты, башка твоя аж пахнет вкусно мозгами. Нет! Я вижу. Ну блин. Не беги, брат. Я не допрыгну так. Я очень рахитный. Хэдкраб. Ничего себе, рахитный. А контрол не работает. А какие-то есть еще анимации у меня? Нету. В маске жарко, извините. Коронавирус тоже. А есть хэдкрабы, которые кидаются чем-то или плюются? Ну, по-моему, нет. Ой. Кого-нибудь заразишь, тогда будешь. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Опа! Не ожидал, а да? Турелька. А это моя турелька. А. Я на дальние века ставил ее. На! Как ее? Ой, что я сделал? Надо было на нем сидеть. Вот блин, как на него залазить назад. Фантома, что ли? Да я этого челика залез. Нет, не на меня. Бенди. Бенди. Я живой. А кто тогда? Так. Стоять! Ты не на акулу напрыгнул, повезло. Не на мне, но...
Я слежу за вами, пацаны. Очень внимательно. Антон. А как ты за мной следишь? Так вот. Ну я не могу так высоко прыгать, ты троллишь меня. Реально это тролло-ло-тролло-ло. Эй! Это было больно! Прям монтировкой по лбу, у меня теперь синяк будет. Хедкраб тоже некрасиво. Где вы? Я сейчас что-то другое буду брать, раз я не могу хедкрабом так играть. Карта большая. Помните, когда мы брали тушку Лубалди, там были узенькие проходы? Да. Нельзя. Практически зачем? Сел на бошку тебе. Еще б чуть-чуточку. Нельзя так. А чё? А почему нельзя? Нельзя. Я в маске. Мне нельзя заряжать. Мне нельзя заряжать. Я в маске. Ооо, это смерть. Это смерть. Это смерть. Это наша смерть. А кого он взял? Он? Смерть наш. Знаешь, я тоже возьму его смерть. Нет, нельзя. Так. Так, грустно. Так, а ну иди сюда. Аниматроник тоже? Ах ты злодей. Не, я не могу хэдкрабом вас поймать. Карта очень большая и просторная, легко убегать. Тогда мы оружием пользуемся. Каким сейчас? Оружием? Хорошо. Слабым. Вот так, значит, да? Хорошо, давайте, да. Можете брать оружку, а я тогда буду другого пилпака себе брать. Челика. Окей. Нейлган никто не отменял, да? Ничего не отменяли. Нет, давай только слабый, пожалуйста, не надо сильный, чтобы Дима сразу умирал. Ну, так нечестно будет, мне кажется. Нет, так я не сильный, я Нейлган взял. Только при этого. Что? Я голубь. Я пожилой голубь. Где ты? Слышь, иди сюда. Я тебя приманиваю, подожди. Тихо. Нифига себе ты меня прим... А, ты меня приманиваешь, да? Ёлки-палки, кто мне сейчас с этим... Хорошо, ой. Ты приманка твоя сработала, я иду. Тихо. А ну, подлец. Я догоняю его. Кого? Кого он догоняет? Я позвал своего дружбана. Какого? Карыч. О, я могу быстро перевоплощаться во все формы. Быстрее. Во-во-во-во-во, псих идет. Псих, какой псих? Да вот такой вот псих ненормальный, просто бежит, куча звуков издает и идет вас всех мочить. Неадекватный видимо. Какой-то. Видимый, видимый. Не, я сам. Сейчас я приближаюсь, я пацаны. Я разозлился очень сильно. Я учитель. Как же вас найти? А где вы находитесь? Я учитель, я говорю, я учитель. А, ты учитель класса. Да. Ты услышишь стрельбу. Ну давай, стреляй. Там не зажал. Не слышу. Беги по школе, побегай. О, звук приближается. Еще мочи. Это мое. Я зажал, прям вообще зажал, стреляю. Не слышу. Бегу это через всю школу. Давай. Слышите вот это? Держи дверь. У тебя может просто... глушителем оружие? Нет, у меня хорошая вещь, я даже дверь удалил просто. Я испугался, за что так? А ты хотел что? Я ж псих, я ж я сказал. Сработало? Вот ты, вот ты! Эй, пригвоздатул! Так нечестно! Нечестно. Осуждаю, спасибо. Бегай, бегай сзади. Вы думали, я думаете, я такой слабый аниматроник, я очень мощный. Ой, меня только бьет. Ты меня-то за что убил? Я твой помощник. А, гвозди исчезают, отлично. Я сейчас ищу, вот, я тебя нашел. Стой, сзади. Вы страшные звуки-то издаете. Хватит. Отлично. Хватит меня-то убивать, я с тобой. А, ты ж со мной, точно, я забыл. Пацаны, ну что, нас теперь двое, где вы? Ускорился процесс. Меня тоже убили. Последний. Хедкраб не смог сегодня замочить всех, но попытка была очень хорошая. Последний остался, помогите. А, ты где тогда? Давай, я тебе помогу. Уйди, эй! Уйди отсюда! Уйди! Где он? Где отлично, он? Отлично. Настроя теперь. Все, у нас четверо. Нет, мы все. Все? Давайте, все, битву, да. Каждый сам за себя. Раз, два, три. Аниматрониками. Да, аниматрониками, любыми. Это хорошо, уже работаем. У меня гвозди какие-то вонючие, не дают бегать. О, ой, дают. Минус один. А! Минус два. Ах ты жопа!
Где ты, Карыч? Так нечестно, я тебе поддавался специально. Правда? Да. Я думаю, я подамся тебе от мой... Ну ладно, подамся. Короче, проиграл. Ладно, выиграл. Я старался, но не смог. Да, давай. Найдешь меня? Что там, залетел куда-то? Да, делать нечего. Подожди, Карыч. Что за идиот? О! Это идиот я. Я тоже жив, кстати. Я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!